У жителя Первоуральска украли деньги с банковской карты. Мужчина обнаружил это, когда пришел в магазин за покупками и не смог расплатиться за товар. При этом он утверждает, что данные карты никому не сообщал и не передавал платежный инструмент посторонним. После обнаружения пропажи 44-летний первоуралец обратился в банк, где ему сообщили, что накануне с его карты произвели несколько безналичных расчетов, каждый не больше 1000 рублей. В общей сложности со счета пропало 9000 рублей. Мужчина обратился в полицию. Сотрудники МВД быстро выяснили, что в краже средств причастна знакомая потерпевшего. Женщина незаметно похитила у него банковскую карту, а затем вернула на место. Женщина была ранее судима, теперь против нее возбудили уголовное дело о краже. По горячим следам сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлена и дала признательные показания жительница города Первоуральска 1987 года рождения, ранее судима по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации.